девочки, всем приветик. Я надеюсь, что у вас все хорошо и прекрасно. Сегодня снимаю такое маленькое видео о моем завтраке. Девчонки, ну я хочу сказать, что у меня завтрак поздний. Я просыпаюсь поздно. И частенько у меня завтрак и обед в одном и том же блюде. Так что не удивляйтесь и не смейтесь надо мной. Вот так вот примерно выглядит то, что я кушаю, когда просыпаюсь. Естественно, сюда входит сок натуральный, но этот у меня в данный момент сок мультивитамин, то есть мультифрит, то есть такой коктейль из разнообразных фруктов. Вот я налила себе уже стаканчик, приготовила. Сейчас я его выпью. Я обычно пью натощак сразу, когда встаю. Далее. Потом у меня пойдет кофе. Вот я уже приготовила, девчонки, кофе я варю. У меня кофе вареный. Кофе пью не часто. Ну, могу себе позволить раз-два в день. Именно вареный. Ложечку на вот такую кружечку. В принципе, это не крепкий кофе. Вот я себе налила. Дальше, потом я съем обязательно, девчонки, бутербродики с кофе. Это вот, ну, как обычно, французская булка. Дальше масло. Обожаю, девчонки, масло демисель, полусоленое масло. Очень-очень, девчонки, вкусное оно. Когда мажешь на хлебушек, оно очень вкусное, с очень приятным вкусом, таким полусоленым. Вот. И обязательно в мой рацион входят сыры, девчонки. Сыры есть, конечно, во Франции очень разнообразные, очень вкусные и так далее. Вот в данный момент у меня сыр Бри. Это Монапре покупала. Вот так вот выглядит. Я вам покажу. Вот такой беленький сыр. Тоже очень-очень вкусный. Вот такой вот мягенький. И далее второй сыр у меня будет вот такой вот. Ну, это намазывать на хлеб. Это шевр-фре, фромаж ду шевр-фре. То есть сыр из козы. Тоже вот такой вот он беленький весь внутри. Очень тоже вкусный, девчонки. Я постоянно покупаю сыры, разные причем. Разные сорта. И дальше у меня пойдет, девчонки, вот такая вкусняшка. Это, знаете, не знаю, как перевести на русский. Это продается вот так вот здесь во Франции. Называется La Faisselle Fromage Blanc Campagne. Ну, de Campagne. Fromage Blanc это... Ой, девчонки, я забыла, как по-русски это вообще называется. Если вы по внешнему виду поймете, что это, напишите мне, я не знаю. Это вроде как и творог, и не творог, но творог-то он сухой, а этот, видите, он уже с таким вот, с таким своим каким-то соком. Ну, это кисломолочный продукт, девчонки, очень вкусный. Вот я вот накладываю вот из этой банки, вот уже, кстати, заканчивается, на другую покупать идти. И сверху добавляю варенье, любое. Это у меня варенье красное с четырьмя красными фруктами. Тут и клубника, и малина, и черника. И что-то еще тоже очень вкусное. Эту вкусняшку я съем после уже кофе с бутербродами. Вот, в принципе, и все. Кушаю я немного. Этого мне хватит до вечера. Вечером я буду ужинать уже нормально. Естественно, мой рацион обычно входит фрукты. Это обязательно. Ну, я очень люблю каки. По-русски, как называется, королек. Да, королек. Хурма, королек. Нет, не хурма, королек. Сладенькие. Мандаринчик, граната, груша, яблоко. Яблоки, девчонки, я кушаю каждый божий день, каждый вечер. Я съедаю вот такое большое яблоко. Очень-очень мне нравятся яблоки. Это для, хорошо для пищеварения и также, чтобы ваш стул был хорошим. То есть я очень слежу со своим стулом. Ну вот, в принципе, и все, девчонки. Вот так вот это все выглядит. Может, попозже выпью чай зеленый. С вот таким готовым. Готовит это пирожное такое шоколадное. Вот. Ну все, девочки, я надеюсь, что вам было интересно. А я приступаю к своей трапезе. Я голодная.
Только недавно проснулась. И кто еще не кушал, всем приятного аппетита. Все, всех целую. Чао-чао, бизю.